Приветствую всех. С вами Незирамас, и мы продолжаем проходить Siphon Filter 2 на высоком уровне сложности. И в прошлой серии Стивенс просто бесцеремонно пристрелил женщину-офицера. Нью-Йорк, США, район трущоб. Тереза спасалась от засады, устроенной Стивенсом, подорвав серию радиоуправляемых зарядов С4 под домом, в котором вы находились. Пол обрушился, и вы провалились в канализацию, пролегающую под зданием. Теперь вы пробираетесь через канализацию обратно к вертолету. Следуйте за Терезой и не дайте ей погибнуть. Тереза, following orders as usual, I see. I got your location from subvocals. Found some C4 in the chopper, wanted to see if I still knew how to use it. I'd say you passed pretty well. I lost all my gear in that blast. Now I'm gonna need a weapon. Here's a 45. These sewer tunnels pass directly under the streets and have an outlet in the parking garage basement. I'm behind you all the way. Gabe, stay close. I have a bad feeling about this. Let's go. Да, мы потеряли все оружие. Погоди, человек. Человек, блин, подожди. Не надо не дать ей погибнуть, она убегает за 13 тысяч километров. Где ты находишься? Да ты угораешь, сколько тебя тут? Oh yeah! Agency training's really coming in handy now. Так, HK5. Интересно, почему у Терезы нет условия не дать Логану погибнуть? Почему она убегает за 15 тысяч лет световых от меня? Ну, по крайней мере, она спасла нас от Стивенса. Надеюсь, нам удастся ушатать этого. А это же вот эта штука, которая была в первой миссии. Надеюсь, Тереза там нормально. Ёжики на ножках. Но я слышал выстрел с дробовика, значит, Тереза где-то довольно рядом. А, она все-таки не ушла далеко, да? We can't cross this sewage. There's gotta be a drainage valve. Идеальный чекпоинт, да? Гениально. Ну,
Нужно найти способ опустошить эту канализационную жижу. Так, ну у меня есть идея получше, что надо сделать. Надо всю миссию перезапустить, потому что, ну, это чекпоинт не вариант. Просто я все слил и резко чекпоинт. Тут такой бац. Тереса, following orders as you. Сюда бы я не добежал 100%, просто никак. А, серьезно? Я думал, что ее не могут убить, в принципе. Ну. Так, значит, надо спешить вместе с ней. Ну, а враги тут бесконечные, я так понимаю, поэтому... Так, вот сейчас я успею добежать до брони. Ее же в конце концов не зря давали. Музон тут такой активный идет прям. Чувствуется экшен. Хорошо, броня есть. У меня из оружия есть HK5 чуть-чуть и вот этот, вот это оружие. Так, теперь погоди. Сейчас вот оттуда еще попрут, да? Тереза пошла туда. Эту пушку я хочу.
Ну такой чекпоинт нормально. А, кстати, нет вот этого сейчас. Карася с магнум. Сюда мне казалось не надо. Кто бы мог подумать? Ни хрена себе. Это как, мне просто за полсекунды вынесли весь броник? Ну не весь, у меня там миллиметр, сантиметра не хватает. А нет, даже не сантиметр, намного меньше. Понятно, с автоприцеливанием, все-таки не очень хорошо играть. Ну а как без него? Без него вообще никак. Опа. На сей раз с бизом пошел, очень с H11 вот этим. Куда туда, наверное, надо сходить? Не, ну это я уже не пройду. Оп, стоп, погодите. Может, здесь есть... Не, ну конечно. Этот что-то не пошел, пошел какой-то другой. Так, ребята, вы тут главное гранатами не кидайтесь.
Ладно. Teresa, no! Wait! Damn it! Да, Тереза нашла Стивенс и пошла за ним. А вы что тут, ребят, крадетесь? Просто такие крадутся. Сзади еще какой-то дебил идет, да? Как ты посмел в меня попасть? Морда полосатая. Опа. Извините. Сколько я в нем дырок сделал новых. Так, в нашу знакомую нишу заползаем. Так, Тереза куда-то сюда ушла. Здесь приятно ей находиться в кавычках. А wait a second, а куда делся? А мне, кстати, вот этот заполнился. Им быстрее автоприцел можно... Ручной прицел можно делать, потому что у него нет зума. Значит, можно с него пострелять. Кому-то что-то отстрелил. Патроны для H11. И тут еще стреляешь. С H11, что ли? Или с G18 какой-нибудь? Нет, это H11 вроде. О, броня пришла. Отлично. Ой. Багаж, да? Это что за? Ага. Не то, чтобы сюда удобно будет возвращаться, в случае чего. Ты серьезно? What would you do without me? Ты говоришь, как будто я с тобой тут не сдох. Говоришь, что бы ты без меня делал?
Да то же, что и с тобой. Сдыхал бы нахрен. Еще нет? Серьезно? Так, первый дубль был самый удачный. А мне надо было просто укатиться куда-нибудь подальше. Да ты бы, блин, не понтовалась, я пристрелил бы, а потом уже понтовалась бы какая-то тут крутая, и чтоб без тебя Логан ничего не может. Попробуем так. Да ну что это за чушь? Я не могу физически успеть на эту долбанную платформу приземлиться. Реза, чтоб тебя, давай быстрее. Гаси какого-то там дебила, который в башку выцеливает. Не, она там одного убивает, упендривается, стоит. Да ну бред! Тупорылый бред это, а не сложность. В этом ничего сложного нет, это просто чушь. Сделали. Сложность это была вот пройти до сюда. Вот там была сложность. Когда мне очень быстро с магнума выносит бронежилет, например. А когда я физически ни хрена сделать не могу из-за этих долбанных хедшотов, это ни хрена не сложность, это чушь. Я не помню, чтобы раньше у меня были такие проблемы, видимо, либо повезло, либо я просто тупо забыл уже все. Что я делаю не так с этим долбанным? Все, меня задрал этот тупорылый момент, я делаю... Быстрое сохранение. А, стоп, что, серьезно? С каких-то пор ты умеешь стрелять? Понятно, ладно. Игра мне никак не сказала, что я могу стрелять, оказывается, вися на этой штуке. Окей, ладно. Как я должен был понять, что тут можно стрелять? Никогда раньше нельзя было прицеливаться и стрелять, вися на чем-то. Теперь можно. Так, я хочу вот с этой штукой. Ладно. Если бы я сейчас не заметил, что Гейб одну руку приподнял, я бы так и не подумал, что здесь можно стрелять. Охренеть можно. Такой секретный момент сделали. Вы угораете надо мной. А, ну это... Тереза уложила всех. И опять сбежала куда-то. Gabe, over here. Have your men secure the garage. I'll be at Logan's chopper. There's Logan! There they are! Get him! Damn, he's hard to kill. Stay close. It's going to be a firefight getting out of here. Stevens, let's see some of that agency training. Call off your men and we can settle this between us. Very macho, Logan. I don't think so. Rule one of war, superior numbers will win the day. You're outmatched, Logan. This time you won't escape. Move!
Stevens is on the move. I'll follow him. Ну, человек броня — это хорошо. Ты меня хедшот сделала? А где? Погоди. А, ты на втором этаже уже, что ли? Серьезно? Мисс, вы угораете. Одумайтесь. Окей. Вот это был хедшот, называется. Стивенс на мове. Я следую. Хедшот тебе в морду. Ну, здесь нет жесткого лимита времени, потому что... Иначе это будет совсем жестко. Так от этой машины надо куда-то уйти. Вот вопрос, мне надо вперед убежать? Прям вот щемануть вперед, вот туда. Понятно, не сработало. А в чем может быть дело? Да подожди. Один на один этот Стивенс отказался. Говорит, что на войне важно тактическое преимущество, а у него есть преимущество в численности. Да вы угораете. Так, у меня максимальный боезапас этого оружия. Я не помню, сколько максимум в него влезает. Кто тебя пристрелил? Этот крыса? Что за план? Рассказывай. There's too many of them holed up in that landing. I'll smoke them out while you finish them off. Do it. Hurry, Gabe! Okay. Split up. I'll take the stairs, you try the ramps. Radio if you find Stevens. Got it. Ой, М79. Как вкусно. О, 4 снаряда, вы говорите. Не то чтобы это нужно было, я думаю. У тебя, конечно, и ХП.
Сколько в тебя всажать можно? Серьезно? Ну там чуть ли не все агентство собрали. А вот сейчас походу максимум. Да сколько в вас можно стрелять, твари? Вы чё творите? Морда пушистая. Ладно, будем проходить медленно. Каждую ступеньку будем выцеливать. То ребята угоральник включили. В смысле ты не попал? Логан бешеный. А где? На этом этаже что-то есть? Да ты уйди. Брони не дают. Что самое обидное. Ага. Сказал я, и буквально следующий враг был в броне. Ну, вот это все-таки целится как-то удобнее на ближней дистанции. Покажи свою башку. Всегда бы так. Чтобы враги подходили сразу сами на линию огня. И не надо в меня стрелять. Опа. Че, угораешь? Ну охренеть, они целятся быстро. А почему я дальше не могу пойти наверх?
Че, нет? Нельзя? А я могу дальше пойти наверх, да? Или тут сейчас закрыто будет? Так, мне что-то кажется, что лучше сделать вот так. И тебе что-то, друган, тоже не особо доверяю, поэтому давай-ка. Лучше как-то вот так сделаем. Ты где? Спасибо за броню. М79. А, мы еще что-то получили для мультиплеера. Отлично, у нас 9 штук гранат М79. Нам на 4-й этаж нужно было, да? Это единственная открытая дверь. Товарищ гадская морда, ты где? Damn you, Logan! You don't want to kill me, Logan. I'm still useful to you. You... Да, конечно. Полезен он. You're too late. The vaccine, she's dead. You're wrong, Stevens. I have the vaccine. I've saved my partner, and you're just another dead agent. Well, that's it. The end of the agency. Somehow I doubt it. Come on. Let's get this vaccine to Leon. What the hell? Who started the chopper? Jay, look out! Teresa! I'm wearing full body armor, Gabe. You can't hurt me. Chance. You don't sound surprised. I'm not. All the time in Colorado, the agency seemed to know what I was doing before I did. Our route down the mountain, my direction on the highway, the train, and the labs. You were dressed in a hospital gown so they could lock me up with you in case the drugs didn't work. No secrets from old friends. When the transport plane arrived, I sent you up to secure it, and Leon got captured. You turned her over to them. I told her where she was and secured the test subject for transport. Just doing my job, Logan, that's all, my job. Your job? Men under your command trusted you with their lives. I eliminated expendable targets in the line of duty as per my orders. I know the rhetoric. It doesn't change what you are. What we are, Logan. How many men did you kill to get here? All of them, they were just doing their job. Did they deserve to die? I'm just doing what I was trained to do. Yeah, so am I. Enough of this. Get that out of my face. Ugh. Let's dance! И вот так вот оказалось, что Ченс все это время был
крысой тыловой настоящей. Сливал всю информацию. И прикидывался такой, типа он такой крутой, такой хороший. Но заканчивать с ним мы будем уже в следующей серии. Я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующей серии. Всем пока!